Братан, прикинь, я твой айфон за полляма продал. Ты где, братан, такой лохат нашел? Я тоже так хочу. А риск была тут ли не плобетка отказываться. Ты что, его в лесу, что ли, продал? Ага, прикинь, бегу я по лесу, навстречу мне бежит мужик. Остановился и попросил дать ему мобилу позвонить на свой телефон. Ну, свой телефон потерял, что ли? А я ему говорю, что не дам ему мобилу. А он что? Он, братан, чуть ли не умолял меня дать ему телефон, чтобы он позвонил на свой телефон. Ну нифига. Ты что, братан, жмот ты такой? Вообще-то людям надо помогать в трудной ситуации. А вдруг бы, братан, он взял мой телефон и убежал бы с ним. Ну, кстати, как вариант. Вот и я о том же, колойся. После этих слов он достает из кармана пачку 5000-ных и говорит, тут 500 000, продай мне свой телефон. А я ему говорю, мужик, нафига тебе это надо? Доехать до дома, возьми у кого-нибудь телефон, вернись назад в лес и позвони на свой. Все. А он что? Он сказал, что пока он доедет до дома, возьмет у кого-нибудь телефон и вернется обратно в лес, его телефон уже кто-нибудь найдет. И фигуски ему вернет, а у него на телефоне какие-то суперважные документы, и ему в осенний вариант их пласт. Фига себе он деловой. Ну и в итоге я удалил все со своего телефона и продал ему его за полляма. А симку ему оставил? А, я ему твой номер телефона оставил. Он сказал, что часочек позвонит и привезет симку. Ну а если не позвонит и не привезет, то когда я пойду новый телефон себе покупать, я себе просто новую симку оформлю, а старую заблокирую. Блин, братан, вся эта история настолько круто звучит, что мне кажется, что ты ее выдумал. Котлеты из пятаков, братан, я тоже выдумал. Офигеть, в натуре история настоящая. Ну, поздравляю тебя, братан, с выгодной продажей. Спасибо. А бабки ты, кстати, проверял? В смысле? Ну что, настоящие деньги, а то вдруг он тебе фальшивку дал. Братан, мужик так долго, богатый, выгодный, то у меня вообще нет сомнений, что бабло не настоящее. Че, прям в дорогих шмотках был? Ну дай бабло, я на всякий случай проверю, настоящее оно или нет. Ой, Валек, какой ты недоверчивый, тяжело тебе по жизни будет. На, гляди. Не знал, братан, что у нас не рубли, а дубли. В смысле? Я почти все купюры, братан, проверил, на каждой написано не 5000 рублей, а 5000 дублей. Чего? Дай гляну. На. Блин, в натуре 5000 дублей. Вот музыку лесное. Чё ты, братан, сказал? Ой, братан, а то ты не слышал. А ничего, что ты матом сказал? А разве в этой ситуации можно какое-то другое слово подобрать за место матного? Не. Ну вот поэтому я это слово и сказал. Блин, капец, я лосава. Да ладно тебе, братан, чё ты? Зато теперь у тебя есть 500 000 дублей.